Всем привет! Такое небольшое видео. По России на новом траке. Сделаю такого вот монстра. Сейчас довезем, тут они далеко вроде. Сейчас как он себя поведет, конечно. Ой, зеркала не работают. Тащит монстр. Двадцать три тонны груза. Ух как. Что-то я не понял, я зацепил, а что мне не показывает, куда ехать? Или на дорогу сейчас выйдет? На навигаторе красной херни нету. Это просто капец телега. Похрен ей все. Что там на дороге у нас, водичка? Ой, боже мой, какая глубина. Давай. Ну-ка я ему по-другому сейчас чуть-чуть. Вот это аппарат мне. Красавчик. Как раз отдыхает в сторонке.
дорожка появилась. Сюда надо. Включайся, твои дивизии. А видон с салона. А какой салон, блин? Ай. Приятненький. Только вот хреново то, что они сделали, что... В этом Кенварде не видно с салона капот. Мне пришлось поднять его, чтобы я видел. Потому что бред какой-то получается, как будто на безносом едешь. Я его сделал вот таким макаром. Чтобы все цивильненько. Все как надо, чтобы было. Летит, блин. Что-то у меня какой-то портачный козырек внутри, я не пойму, блин, что он такой. То ли я тень покрасил, вот. И он глючит. То ли так на него влияет скин. Надо удалить шарика. Херню эту скиновскую с материала. Блин, вот телега высокая такая. Вообще, мне честно понравился этот Кенвард с АТС-ки. Вот, салоном своим. И вот этот капот поднял, такой вид стал вообще капец конкретный. Зеркало здесь сделано, что я его вижу с левой стороны. Не как на американцах, блин, метр от кабины, фиг увидишь. И по бездорожью. Короче, короткое шасси поднял. А длинная лонка оставил от длинной кабины. Хреначим. Чуть-чуть, конечно, быстро хреначим. Ну ладно, чтобы довести. Классная машина, нравится мне. Не то, что вот эти моды, которые были, Кенварды там разные. По-моему, 800, не помню, блин, то ли 880, то ли 900, тоже красивый он снаружи. Снаружи красивый, внутри говно. А это, блин, постарались вообще, наружку сделали отлично. И салон какой, блин, вообще уютный. Лобовое большое. А вот мы и подъехали.
Таких бы, вот такие мне нравятся рейсы, коротенькие. То, блин, 3 дня едешь и не знаешь. Не стал я ничего под колеса тут выделывать, вырезать, как есть, так есть. Чё-то по машинках. Ну все, всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем всего хорошего, обалденного. Всем пока, увидимся. Thank you.